Вечерний Сочи для maxportal.ru. В понедельник жители Сочи почувствовали очередное землетрясение. Впрочем, сейсмологи поспешили успокоить. Серьезной опасности такие подземные толчки не представляют. Сегодня в 14:09:39 на расстоянии 17 километров от сейсмостанции Сочи произошло небольшое землетрясение. Сила землетрясения была 3,5 балла. Класс 7,7. По словам специалистов, такие колебания земной коры явления для Сочи вполне обыденные, поскольку кавказские горы достаточно молодые, подобные землетрясения время от времени происходят постоянно. При этом сейсмоустойчивость зданий в нашем городе гораздо выше. Все новости Сочи на maxportal.ru.